Ну, разделение тут. А вы имеете в виду вот там Собчак, ТРПР, вот этих, кто там? В том числе, то есть. Тамаша Гайдар и все, да, которые да, они да, туда да. уйдут. Ну. Что касается этих людей, которые якобы либералы, честно говоря, как-то за них грустно. За них грустно, их как-то по-своему жалко, мне кажется. Потому что и люди в основном они не бедные, и рванули туда, чтобы что, что еще большую кормушку какую-то себе нашли, или что, но якобы прикрываясь, и что они будут, ну как можно от пуповину перерезать и уезжать туда. Неужели так сильно, я их не понимаю, так сильно им здесь не нравится? А что там происходит? Это, ну как сквозь какие другие очки смотрят на то, что там происходит? Это вот продолжение информационных войн, наверное. Видите, люди вроде и не глупые, а этот вирус у них попал, и вот они рванули туда. Жалко их, просто жалко. Но время все расставит на свои места, и они кто-то пожалеет, кто-то не будет показывать, что пожалел. Ну как же, гордыня будет сидеть. Ну, поедут еще дальше куда-то, еще дальше. Наверное, у них там есть какие-то заначки в западных банках. Или спонсоры, которые благодарны за то, что они и так поступили, демонстративно, громко, будут подкармливать. Ну и флаги в руки, что сказать. Раз вы такие, слава богу, что себя показали. Не здесь тайную какую-то контрреволюцию стали делать, а рванули туда. Ну и езжайте. Жалко их. Обидно за них и жалко их, скажу так. Мое мнение такое.